Начнем с голливудской погони. Произошла она недалеко от поселка Селенгинск Кабанского района. Женщина на угнанной машине пыталась скрыться от сотрудников ГИБДД. Требования полицейских она игнорировала, равно как и предупредительный выстрел. В итоге сотрудникам пришлось стрелять по колесам. Женщину задержали, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело. В ночь со 2 на 3 июля в Курумканском районе утонул 17-летний парень. Трагедия произошла в улусе Улюнхан. Молодой человек вместе с двумя друзьями отправился купаться в реке Улюгна. Оказавшись в глубоком месте, он не смог выбраться и захлебнулся. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Мошенники продолжают бомбить жителей Бурятии. Пожилой улан-удэнке позвонили и сообщили, что ее госуслуги взломаны, дескать, на имя женщины. Оформлены кредиты, и дабы опередить воров, надо взять займы самостоятельно и перевести их на безопасный счет. Благо, женщина сумела раскусить аферистов и бросить трубку. Уважаемые граждане, если вы обнаружили, что аккаунт на госуслугах был взломан, важно сохранить спокойствие и принять меры для защиты своих личных данных. Рекомендуется изменить пароль от своих аккаунтов и любых других сервисов, где используются те же самые учетные данные. Тем временем в Закаменском районе задержали продавщицу, которая решила получать не только зарплату. В ходе инвентаризации хозяйка магазина обнаружила недостачу в 318 тысяч рублей. Следствие выяснило, что подозреваемая на протяжении 8 месяцев каждый день забирала домой что-нибудь из ассортимента точки. Свою вину она признала и возместила часть ущерба. Возбуждено уголовное дело. Медведи продолжают выходить к людям. Так, в Курумканском районе заметили аж двух косолапых. Один выбежал на дорогу прямо перед автомобилем, а другого заметили возле кладбища. Бурприроднадзор напоминает, не стоит идти с хищниками до контакта. Если вы вдруг их заметили, обязательно сообщите в экстренные службы. Горностаевая моль атакует Улан-Удэ. Для человека она не опасна, а вот деревья, попавшие в их поле зрения под угрозой, насекомые постепенно их убивают. Отметим, власти проводят обработку только на общественных территориях, дворы многоквартирных и частных домов на совести управляющей компании и самих жителей.